дистанции 60 метров начнутся соревнования женщин. Затем будут соревноваться мужчины, у них за лиги, ну а финалы сначала женской, затем мужской. 17 часов 5 минут. Ну а особая программа, особое расписание у пятиборцев. 15:40 толкание ядра пятиборца, 17 часов прыжки в высоту и завершать соревнования по пятиборцу будет бег на дистанцию 1000 метров. Представляет клуб «Пчелка», выиграла первый забег 11:40. Она представляет группу 65, в этом забеге более взрослые. И Юлия Турсунова побеждает во втором забеге. Время 9:68. Но это предварительный результат. Вот где-то еще секунд через 20 может. Четвертый забег. Даматова, Курганская область, на второй Ольга Сальникова, Казань, на третий лично Нина Савостина, Саранск, Мордовия, на четвертый Надежда Рыжкова, Архангельск, на пятый Наталья Суханова, Северодвинск, на шестой Марина Саличева, соцгородок Иркутской области, на седьмой Светлана Чекрыгина, Железногорск, Курской области, и на восьмой Инна Безрядина, Ангарск, Иркутской области. Регистрация в том углу. Все виды там. Вот так вот. Я там был, сейчас парень, который отвечает 60 метров, он не знает даже. Я вам ничего не говорю. Я знаю, что регистрация там. Вот они сейчас уже стартуют. Это 60 метров идет старт. Молодой человек, уходим отсюда. Кто на фигу? Наталья Суханова побеждает и придает результат 8:46. И, кстати, готовится участница пятого забега на второй дорожке Елена Дедловская. Все спортсменки представляют группу 40. Елена Дедловская, Бузулук, Калининградской области, на третьей Ольга Засыпкина, Югра. По третьей дорожке бежала Ольга Засыпкина, Сургут. Предварительный результат 8:73. Старту готовится участница шестого забега на первой дорожке Светлана Песчинская, Иркутск, клуб «Байкал-Иркутск».
начали подготовку. Закончили подготовку. На втором. Внимание! Победа выбежала Светлана Гончарова, Крым, Новосибирск, клуб Байкал, Иркутск.